И что такое мысль, если проводить аналогии из физики, которую, в принципе, все учили? Это частота, ну, шифр, так скажем. То есть мысли человека, они записаны определенным кодом, шифром. Значит, букве А соответствует одно колебание, Б – другое колебание. Если слова и мысли – это все вот масса колебаний. И эти колебания в процессе жизни человека, они выдавались туда, и там они живут. Поэтому никакой хитрости здесь нет в том, что если обладать определенными психотехниками и настроиться на определенную волну,